я как моего приятного, если он проводит такая девушка. Представляете, захожу в компанию, говорю, старики, какая, говорю, девушка меня провожала, чтоб вы знали. Я же вам говорила, что я не люблю военных. Валечка, ты что вы знаете за военных? Вы думаете, что военные все тупые, серые, как туман, неинтеллигентные? А какие записи? Какие пластиночки? Вот жаль, пианино нет, я вам сейчас оторвал такого Чайковского. Вы бы закачались. У всех наших девушек уже вот такие дети. А многие стали шире себя. Я думал, этого хватит на всю жизнь. Да, этого хватит. Мне хочется сделать для тебя все, что угодно. Луну, Марс, ты хоть белого медведя? О! Я думал, приду в какую-нибудь компанию. А там будет сидеть девушка на подоконнике, болтать немножко. Но я посмотрю на нее. Она посмотрит на меня. А потом я скажу. Привет, крошка. Меня зовут Коплей Саша Гусев. Танюшка, слышишь? Танюшка? Ты что, визирь, это же вся моя казна! Но проигравший должен платить. Вай-вай-вай, визирь! Ты совсем обнаглел? Откуда ты пришла? Клянусь Аллахом, я не отпущу тебя, пока ты не освободишь меня от постигшего недуга печали. Я попробую это сделать в себе. А у меня уже не осталось терпения. Пиво закончилось. Мы сидели втроем. Я, Стас Мутович и Арнольд, приехавший из Сибири пробивать в Москве свою очередную нетленку. Мы целый вечер пили на его деньги, изо всех сил стараясь избежать неумолимо надвигающегося чтения его стихов. Выходим на улицу, да? Выходим на улицу. Выходим на улицу. И? Видим первого встречного и приглашаем его принять участие в нашем эксперименте. М? Можно вас на минуточку? На минуточку. Не, отказываться. Хорошо, тогда проходи. Тогда остановим следующего. А вот это уже будет не первый встречный. Не придирайся ты к словам-то, а? Ух, как тебе не терпится поразвратить на моей жопочке, а? Самотивы! Самотивы! Блин. Фу. Давай. Повтори. Ладно, пей, ты молодой, у тебя вся печень впереди. Что, правда? Давай, смотрите, мы печень. За печень.